Ремонт улиц Балкан-Армандия-Неман, Низовая и Носова выходит на завершающую стадию. Новое асфальтобетонное покрытие уложено, установлены дорожные знаки и направляющие ограждения. Чтобы умерить пыл лихачей, на новых дорогах сделаны искусственные неровности. Осталось только завершить работы по нанесению разметки. Сейчас этому препятствуют погодные условия. Приглашаю ливанских блогеров, общественность, в общем, принять участие в общественной приемке данного направления, которое мы впервые за многие годы и даже десятилетия отремонтировали. Работа проводилась действительно качественно, потому что была подготовлена проектно-сметная документация, и здесь применялся как раз гранит. Гранит, который привозился из Карелии, что дает основание иметь гарантию на эти дороги. Содержание гранитного щебня в асфальтобетонной смеси достигает 50%. Хотя гарантийный срок на ремонтные работы составляет 3 года, дорожники уверяют, что прослужить он может до 8 лет и даже дольше. Подобная технология с использованием гранита применяется в Иванове 4-й год. С ее помощью отремонтированы дороги с высокой интенсивностью движения. Вырубки, которые проводит технадзор и совместно с лабораторией «Автодора», показали, что асфальт достаточно качественный, прочный, соответствует всем требованиям и ГОСТам. Единственное замечание, бывает, что укладываем на сырую поверхность. Это связано с тем, что асфальтобетонные заводы в целях экологии вынесены за город. Плечо подвоза асфальта составляет 2 часа. Асфальтовый завод выпускает 120 тонн в час. И вот за 2 часа, вот в ненастную погоду, можно все что угодно. То есть солнце, через час дождик. Приемка отремонтированных дорог состоится в начале сентября. До этого момента все желающие могут высказать свои замечания. Гарантийные обязательства подрядчика вступят в силу только после того, как все члены приемочной комиссии убедятся в качестве работ и подпишут акт. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.